Привет, доброе утро, мы с Мариком работаем. Воскресенье, и мы уже из туннеля приехали в 7 утра. Сейчас уже не 7, сейчас уже 9. Сидим, и значит я говорю Марику, что завтра футбол. Шахтер Динамо, он говорит, Шахтер проиграет. С каким счетом, Марик? С каким счетом? Да. Если тот вратарь будет молодой, то с большим счетом. С каким? У киевлян такой вратарь. Ну давайте, с каким счетом? Трубин который. Трубин или как его там? С каким счетом? Угу. Ну, если выпустит он Тайсона и всех, знает, ну, может быть, 2-3, 2-1, 3-1. 2-1, 3-1 проиграет Шахтер, да? Да? Я думаю, что Шахтер выиграет. Ну, как я не думаю, я верю, но в то, что Шахтер выиграет. Проблемы в этом сезоне. Посмотрим. Вот. Ты знаешь, что мы еще сделали? Сейчас я покажу. Мы помалу. Давно мы ее покупали. Вот она лежала-лежала, и смотрите, какая это помела. Даже мы ту сразу открыли. Да, вот, мы ту сразу открыли и выкинули, и вот еще одна. И эту сейчас выкидываем опять. Да, эту выкидываем опять, потому что оно зеленое, оно тут сухое такое вообще, ну, никакое. Я еще палец порезала от нее. Вот. Ну, не об нее, а когда резала. Еще она розовая. Я розовую никогда не видела. У нас продаются только желтые помелы. Розовую не видела. Но она сухая вообще никакая. Зеленая-зеленая. Такое дерьмо 100 лет не видела. Они не имеют права в такое дерьмо продавать вообще. Они откуда знают? Ну что, надо пробы снимать. Хорошее брать, нехорошее не брать. Ну такое. Погрызть. Но оно никакое. Невкусное. И сухое. Вот так вот. Так что не знаю, может встретим спелую какую-то, но оно не спелое. Зря купили. Ну ладно. Скоро поедем опять на закупку. Я не знаю. На улице хорошая погода, я уже, видите, переоделась, потому что жарко. Сколько градусов, Марик? Сейчас посмотрим. Марик вышел покурить. Тут. А я вышла подышать воздухом. Хорошо так. Все проблемы решены. Переживать не за что, да? 19 градусов. 19 градусов. Ну, плюс еще парочку, 20 градусов есть. Так что так. Мы тут работаем. Туннель сейчас нас не зовут, но мы не спешим. Шоколадки мои. Видите, без шоколада я никак. Мы с Мариком уже с туннеля едем. Выезжаем, едет этот конвейер. Выезжаем, я буду кушать, Марик уже кушал. И поедем обратно в туннель, потому что еще позовут. Может, позовут всего 2 раза. Позовут сейчас землю и там проверить. И потом позовут арку поставить и просиманить. Вон Влад идет. Поехали к Владику, подъедем. Зачем? Ты скажем ему, что там еще работы. Ну, там немного осталось. Ладно, едем дальше. Я не снимала тут. А? Не снимала, Влада. Тут у нас все перекопали, дороги все делают новые, непонятные. Колодцы ставят. Да. Все ломают. Когда уже построят? Я уеду, если у вас строительство закончится. Марик останется без работы. Я без работы никогда не останусь. Пойдет рыбку ловить, Роксаны, будет продавать. Да. Кстати, Роксаны, мы же не рассказывали этот, как вы рыбу наловили, что Марик 10 килограмм рыбы наловил. Почему даже, 10? Даже больше, да? Как, конечно, там, больше. Там было 12. Килограмм 15 рыбы. 13 рыбы. 13 рыб. Карп. Карп, сом, еще какая-то хрень. Я покажу сейчас фотографии. Ребята, смотрим, сидим футбол. Вот.
Счет 1-0, Шахтёр выигрывает. Вот. И... И Марик оставка. Еще не этот, еще не сыграл. Были случаи, что проигрывали, и в меньшинстве играли, и в итоге выиграли. Были такие? Не, ну были случаи, ну... Команда соперника расслабляется, ну, то, что... а там играет на... Ну, пока вы сказали, что 3-1 чи 2-1 проиграет. Ну, один уже есть, еще два. Вот, ну, в принципе, вот Мерчелло Ческо наш. Точнее, не наш, а динамовский уже. Вот, и мы будем смотреть. Смотреть дальше футбол. Посмотрим, что получится. Ну, а что делать? Пока Шахтёр выигрывает, там еще красная карточка. Ну, ладно, посмотрим. Так, ребят, привет всем. Я с машины вещаю, пока Марк моет. Что хочу сказать, сегодня был ужасно насыщенный день, ужасно сложный. Целый день мы в туннеле практически. Туда-сюда нас разрывают с одного места в другое. В общем, такой насыщенный день. Я сегодня не снимала ничего, потому что некогда было. Батареи у меня садятся, что-то с батареями не так. В общем, проблема на проблеме, там новый переход. Все не так, как должно быть. Ну и ладно. Я не снимала, просто не было мне настроения. Я там то ругалась, а то еще что-то. Блин, и Марк подошел сюда в эту машину. Так что я не пропала. Буду снимать, не знаю, каждый день через день. Постараюсь. Вот такие дела. Сегодня и с Марком ругались. Ой, что сегодня только не было, я же говорю. С тем начальником, все что-то хотят, что-то надо делать, как делать, времени нету. Один, я только стану в одном месте делать работу, меня зовут другое место, ну, на выработку, а на выработку это главнее, поэтому мне приходится собираться, ехать туда на выработку, приезжать обратно, обратно приезжаю, остановлюсь только, там пока другие приготовятся. Опять меня зовут на выработку. В общем, такой дурдом сегодня. Вот, я целую шоколадку съела. Вот так вот. Так что все, сейчас уже время, 5 часов, не знаю, что-то сделаем. Нет, геологи ушли. И вот такие дела. Спасибо всем за просмотр вчерашнего видео, за комментарии, эти, за... Как это называется? За комплименты. Всем спасибо, что написали. Буду стараться снимать еще. Обязательно, у меня уже два видео точно. Это надо про себя рассказать немножко. Я как-то рассказывала чуть-чуть, но я расскажу чуть более подробно. И новые зрители у меня есть, которые, ну, не знают, уже не первый раз мне об этом написали, чтобы рассказала о себе. И расскажу о работе. Просто я хочу заснять это видео. И я расскажу о работе, как я работаю. Ну, точнее, где я работала, сколько работала. Ну, как бы, у меня небольшой профессиональный опыт, но он есть. Вот так, в общем. Идет Махмуд. Сейчас что-то хочет сделать. Вот. Я же говорю, что идет Махмуд, сейчас что-то хочет сделать. Вот, не может спокойно просто взять и пройти. Ну, я привыкла. Что еще раз сказать? Вот так работаем. 3 минуты уже рассказывают, так что все. Я вчерашний день, у меня чуть была съемка, сегодняшнего это, ну, и будет, потому что сегодня не снимала. Нос почему-то у меня заложен, я пшикаю этим виброцилом, купила. Вот, второй день я пшикаю. Надеюсь, скоро пройдет. Почему-то иногда у меня закладывает нос. Я не знаю, в чем проблема. Сейчас он заложен. Ну, хотя я пшикала только утром. Да, я пропустила и обед. Надо 3-4 раза в день пшикать. Но сегодня такой день. На нервах, в общем. Так что так, всем ладно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь. И всем пока.